Ого, папа. Женщина. А на чем она так сидит? Папа! Чё, папа! У нее что-то выпало, Лера, посмотри. Я беременна, дорогой. Да ладно, серьезно? Да. Ой, нет, папа. Женщина, купали, подмышки, быстро. Подмышки. Долбани хомяка по башке. Вот сюда прилетает молоток, потом вот сюда и тебе вот сюда бздыщ. Сколько можно обкакивать машины? Сколько вам раз папа, говорили? Папа. В Египте строительство пирамид. Скатывается тележка, ломает ему ноги. Шутим. Мальчик, не получается. Давай, давай, и папа, давай. Влазит в Голливуд. Не хватает буквы Ж. А ты сможешь подписаться и поставить лайк за 3 секунды? 1, 2, 3. Молодец, спасибо. Ты настоящий искатель приключений. Новый уровень Доп 4, всем привет! Привет, друзья, вы на Валеришка Плей! Поехали, новый уровень нашей любимой рисовалки! Драуан Парк! Мишень! Папа. Рожицу папа, нарисуем папа. С улыбочкой! Папа, сегодня мы должны собраться! Да! Ты понял? И рисовать нормально! Я собрался, я же понял! Ты видела, какую я рожу нарисовал? Лера, мне кажется, это мишень! Я не могу понять, у меня ничего игра не принимает! Папа, я думай. Уже вот так нарисовал! Мой. Так что мне думать? Тут другого не дано. Здесь получается все равно вертикаль. Да! А у меня игра не принимала. Вот это да, ребята. Я вроде и подумал, как Лера сказала. Здесь не хватает нижнего чебурашки какого-нибудь. Папа, и с папа, ногами папа, вот такого. Папа. О, голова. Ничего себе, вот это да. Рот. Девочка! Папа! Пробуй суп в рот. Мы тебе сколько папа. Раз говорили? Так, нужно, наверное, кастрюля. Нет, наверное, не там, где огонь. Да, точно, ребята. И суп готов. Можно есть. Папа. Вот туда, закрывай крышкой и все. И, и клади на пол. Так. Папа, думай, думай. Это перетягивание каната, который папа. Сильно запутался вот так. Папа. Смотри. Нет, ребята. Что это такое? Ну, канат запутался. Помоги мышонку выйти с лабиринта. Что ты не играла в детстве? Так. Ой, котик, смотри, какой милаха. Ой. Так, ему не хватает одной веревочки, наверное. Папа. Опа. Да. Не хватает. Хвостика? Ого, какой Дед Мороз вчерашний. Посмотрите, ребята. Я ему такую бороду нарисовал. Дед Мороз прошлогодний, походу. Послезавтра. Так, теннисный стол. Вот такой. Не, что, поменьше, что ли? Да, наверное, маленький. Да. Спасибо, папа. Красивый теннисный стол мы нарисовали. Мы же с вами... Ого! Ой, хомяки! Долбани хомяка по башке. Вот сюда прилетает молоток, потом вот сюда, и тебе вот сюда бздыщ. Ребята, хомяки боятся. Зачем мы так с хомяками? Так, мы рассматриваем. Тихо, листик рассматриваем. Папа. Хохолок. Папа. Надо по микроскопу такой. Отлично. А ты листик микроскопу? Обязательно. Папа, давай. Мальчику шапка. Надо шапку в закончившем плохая шапка колледж у тебя, студента. Папа. Так зато уши красивые. Так, Санта-Клаус летит на спину. Олени! Какие олени? Олени нужны. Лыжи нужны. Олени. О, медведику, смотри, колеса не хватает. Нарисуем ему большой башмак вот такой. Чтобы он на него опирался, когда ехает на лесопедике. Такой. Да, смотри, какой спокойный. Аж расслабился и кучку сделал. Это же панкейк, или как он называется? Папа, прикрой его. Капкейк голый, срочно ему нарисовать одежду с вишенкой на крыше. Так, это конфетка, продолжение конфетки. Давай. Надо нарисовать. Папа, да. Ура. Ура, конечно, ура. Папа ж художник папа, вам тут. Пожалуйста, птички. Папа. Птички. Не надо. Птички, хватит это делать на автомобиле, не припаркованные надо. На парковке. Сколько можно обкакивать машины? Сколько вам раз папа, говорили? Папа, не надо. Так, малыш, что случилось? Пожалуйста. Кушай сметану в рот. Так. Это не сметана, папа. А, это молочко? Да. А на губах как будто бы сметана. Непонятно. Малой веселый. Это ты позавчерашний. Это Дракула без зубика. Он с ведром. Он собирает конфетки на Хэллоуин. Так, ого, мужчина, у вас денег. Давай, сколько? Папа. Смотри, лысина сквозь шапку просвечивается. У вас кто-то верхнюю часть шапки украл. Мужчина, мы вам поможем. Только сегодня, только сейчас. Ого, это... Мальчик, что ты В знаешь? Египте строительство пирамид. Скатывается тележка, ломает ему ноги. Шутим. Мальчик, не получается. Давай, и папа, пук, давай. Влазит пук. Так, папа. Рогатка. Так, здесь давай, рогатка папа. По-любому. Смотри, у него уже нос сломан, он уже себе, наверное, впечатал рогаткой. Нет. Так, опа, бздынь, и оно ему вернулось прям в носопёрку. В рот, чтобы еще и зубов не было. Гусеничка. Папа. Что же у гусенички папа. Еще? Ну, папа. Три кружка. Нет. Лапки? Лапки. Не, не лапки. Странно, а там на дереве следы. Три кружка не подходят. Лапки не подходят.
Что же подходит? Гусеница, что не так с нами? Я не знаю. Лера, у тебя есть мысли? Нет, есть только мюсли. Ребята, может быть кусок дерева, может рисовать следы. Ну, лапки. Так мы же рисовали лапки. Чудо, на, мы без сапог рисовали. Это гусеница-модница, лапки в сапогах. В видеокамере не хватает второго колеса. Говорю. Камера, мотор в съемке. Так, о, тут лесов не хватает. Мы помним, был этот левел. Когда слепая девочка изображает правосудие. Ого! Папа! У нее что-то выпало, Лера, посмотри. Так, надо нарисовать ей ленту и мячик. Это гимнасточка. Ого, папа. Женщина. А на чем она так сидит? Папа! Божечки, унитаз забыли нарисовать. Как? В баре. Девочка пьет коктейль. Что делать? Кошмар. Так, нарисуем. Кошмар, ей. Кошмар, еще половник вот такой. Папа. Ладно, стул. Опа. Не, ну со стулом-то удобнее сидеть. Ну, а то висеть в воздухе как-то. Не, ого, мальчик. Малой кашу поел. Смотри, папа, ты нарисовал стрелочку, а получился слюнявчик. Ну, да. Сейчас я нарисую стрелочку, а получится нос, смотри. Он такой. Круто, друзья. Папа. Хрю, надо написать, кто не понял, что это свин. Ого, куда смотрит пират? Или это моряк? Так, да вдаль смотрящий. Ага, рисуем. Давай хорошую. Подзорную трубу. Ты хотел ему... У него глаз. Ой, нет, папа, женщина! Купальник. Подмышки, быстро. Подмышки, подмышки. Купальник. Да какой купальник она в купальнике, Лера? Уши. Это же уши. Ого, мужчина, тебе тоже уши? Мужчина, это с предыдущего сюжета? Не, он что-то смотрит. Мне кажется, надо бабочку, да. Папа, точно. Он такой... Так, женщина, что с вами? Нарисовать журнальчик? А, ну, наверное, в парикмахерской. Да, папа. Большой космический скафандр такой. Это сушилка для волос. Интересная. Жалко, у пчелки в попке. Мы помним. Рисуем, жалко. Давай. Жало. Еее. Ребята, пчелка обрадовалась. Это... О, это Балди. Математика от Балди. Это Gamebox Tetris. Блин, ладно. Какой Балди математика, Лера, ты чё? Так, на заправке нужно нарисовать шланг. Вот такой, да. О. Чтобы машина не, это, заправилась. Ой, так. Папа, это да помогай ему. Обезьянка, точно, это шарманчик. Так, мужчина, что у вас? Еще одни Ого, руки. Конечно, еще одни руки. И крылья. Папа, и да, 8 конечно, ног. Папа. Тихо, тихо, Лера, не кричи. И крылья нарисуем. Папа, плохо крылья рисуешь. Ангел. Так, рубашку. Папа. Это Леонардо да Винчи, наверное, из этого, из картины «Код да Винчи». Купальничек ты маленький. Серьезно? Я не могу понять, пупок уже нарисовал, папа. Штаны рисовал. Что-то... Может, перпендикулярные папа, линии какие-то. Папа. Может быть, это колесо... Руки. Какие руки? Я ему уже рисовал, Лера, руки. Нет, две нарисую. Треугольник. Ноги? Ребята! Извините! Вот это, блин, извините, до свидания. Так, полицейскому не хватает шерифского жетона. Ты с первого раза нарисовал, и папа! И совенка на плечо. Ой, нет. Птенчики опять обкакивают драндулетики. Нет, смотри, они такие маленькие. Но у них глазки в разные стороны. И они делают кря, хотя и не утки. Так, ой, мужчина, что у вас? Чё? Мужчина, мужчина, шоу. Не стыдно вам так сидеть? Конечно, горшок. Так, может быть, ему кучку, я не знаю, может быть, барабан. Да, там-там. Это, ребята, барабанщик. Дорогая, у нас будет маленький ребеночек. Пузо нарисовать. Я беременна, дорогой. Да ладно, серьезно? Так, мужчина, дуй на огонь. Давай. И сейчас подпалим соседнюю квартиру. Так, воу. Я думаю, соседи на глаза, будут... глаза смотри. Какие прикольные. Соседи будут рады. Это самурай. Хатяманямуна. Так, папа. Сейчас мы возьмем меч, катану. И... Хатяманямуна. Так, тихо, Лера, спокойно. Это что? Это тоже что-то самурайское? Я не могу понять. Это что вообще? Это летающий шар? Нет. Это небесный фонарик? Думай лучше. Думай лучше? Я не могу лучше. Вот так может? Да, ребята. Китайский фонарик. Это небесный китайский фонарик. Нет. Дедушка пробирался по лестнице. Мы ему нарисовали, и этому вдруг... не помогло. Он все равно стоял. Так, светофор дорисовали. Это ой, кузнец. На глаза смотри. Наковальня нужна ему. Глаза такой. Вообще. Оп, да. Так, дубасик. Он у нас обиделся. Это ведьма. У папа. Нее даже кожа, как у зомби. Папа. Ребята, она страшнючая такая. Но симпотная. Папа. И вторую метлу. На всякий случай. Вдруг первая потеряется. Да. Мужчина, что у вас такое? Вы потеряли свою булаву или молот? Или что это такое? Я папа, не знаю. Давай. Да, это рыцарская колотуха. Ой. Так.
ой, это ведро. И там нечаянно застрял человечек в колодце. Он провалился, кричит: помогите, спасите. Достали. Это был лягуха, оказывается. Ой, кенгурячечная. Не хватает кармашика. И кенгуру. Так, смайлику не хватает. Сердечко. Улыбки. Сердечко. Хорошо, сердечко. Спасибо, сердечко? Папа. Реально сердечко, Лера была права. Да! Я без Леры в жизни бы не додумался. Спасибо. Так, мед, меду не хватает ложки. Меда. Меду не хватает меда. Это какую-то, я не знаю, странная ложка. Так, это... Пылесось. Это не пылесось, это бери грабли и собирай. А, пылесось. Выдувай. Ребята, это выдувай. И туда, прям в рот. Да. Голливуд. Не хватает буквы Ж. Шутим, W. Так, все. Плохо же рисуешь. Конечно, плохо. Я же вообще такой художник. Так, это жвачка. Не, это перец, я пошутил. Ребята, вот так выглядело, как за автомат с жвачками. Это, ребята, боулинг. Нарисовать вот такую вот кеглю. Ты видела, какая у меня, Лера, кегля? Ребята, учитесь у меня рисовать. У девочки не хватает чего? Сосиски в хот-доге. И ей стало значительно легче, она начала улыбаться. Просто хлеб хавать неприятно. Дверь так, метро отправляется, дверь закрывается. Так, ребята, астероид летит. Похожий был левел. Летит, ого, сквозь слои атмосферы. Так, матрешка, не хватает крышки. И потом ребята, еще на нее, да, еще похожи на нее. Были эти уровни. 9 плюс 1 будет 10. Да, точняк. Папа, математика у тебя не хромает. Наш сам Балди учил нас. Да. Друзья, ждем с нетерпением появления новых левелов в Доп 4. Поддержите лайк в этой серии. Смотрите все видео на Макс, на Сим, на Плей, на Геймс, на Фэмили. Наш новый канал Gamebox, где просто игры. Ссылочки все в описании. Спускайтесь под ролик, посмотрите. Они там обязательно есть. Мы вас очень любим. И стараемся для вас. У нас самые лучшие.